Ребятки, всем привет, вы на канале «Семья на чемоданах». Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся, если еще вдруг ты этого не сделал. Я сегодня вас приглашаю в интересный выпуск, который будет посвящен Адлерскому вокзалу. Точнее, не то, что как бы Адлерскому вокзалу, его территории. Я покажу, чем уникальна его территория. Ну, я лично от этого испытываю кайф. Мне очень нравится его территориальное расположение. Многие из вас выберут в свой отпуск приехать именно на поезде. Поэтому данный выпуск будет очень вам актуален. Вы просто посмотрите, проникнитесь, зарядитесь. Я знаю, что многие из вас очень скучают уже за морем, очень хотите приехать в Сочи наконец-то отдыхать в теплоту, в морешко. Поэтому сегодня ловите через свои экраны море, пройдемся по пляжам. Я здесь уже снимал, и у меня возникло достаточно вопросов к этим пляжам. Посмотрим, что там изменилось. Возможно, не обещаю. Покупаемся. Я просто не люблю все такие пляжи муниципальные там купаться, но для вас я думаю, что я это сделаю. Посмотрим, какая сегодня вода, посмотрим, какие заходы, посмотрим, какой берег и посмотрим, короче, территорию. Я не буду затягивать, давайте начинать, погнали. Начинается, ребята, вот такая территория. Вот здесь въезд для машин, для тех, кто либо приехал просто на эти пляжи, либо приехал встречать гостей. Может быть, кто-то из вас приехал на машине, а кто-то поедет на поезде, вам нужно встретить, то вот, вы вот так заезжаете. Вот здесь вот получается въезд на платную парковку. Ближе к концу выпуска я покажу, как выглядит эта парковка, сколько там парковочных мест. Тут сразу, смотрите, есть такой отель F&G, не знаю, как правильно он называется, 3 звезды. Внешний вид, конечно, мне кажется, не тянет на 3 звезды, но в комментариях напишите, те, кто здесь останавливался, привокзальный, так сказать, отель. А вот он сам вокзал. Мы сейчас с вами пройдем вон туда, так называемый туристический проход. Посмотрим, какие здесь гостиницы. Возможно, кто-то из вас забронировал именно номер в этих гостиницах. Пройдемся вот так вот по набережной, по пляжам и уйдем туда. И там, возможно, мы с вами покупаемся. Что, ребята, мы начинаем с вами путешествие по привокзальной территории, да, если ее так можно сказать. Уверен, многим будет это интересно посмотреть, что здесь находится. Вот тут сразу есть такая столовая от отеля F&G. Она функционировала. Тут уже включили даже фонтанчики, людей пока нету. Тут, я так понимаю, что это квартирный дом, потому что есть на балконах всякие таблички «Продаю». Столовая «Барабуля», красивый дизайн, красивая территория, и люди в ней есть. Единственное, что неудобно, что нету треноги, на которой стоит меню, где можно сразу почитать, ознакомиться и для себя решить, пойдете ли вы туда. Мне кажется, когда есть это меню на входе, то очень становится удобно. Далее, отель «Каиса». У них здесь на территории есть бассейн. Вот вы, наверное, слышите там визги детишек. Еще один многоквартирный домик. Вон там сдаю комнату, сдаю квартиру. Вот у них вот такая вот территория. И вон там бассейн. Отдыхают люди. Как ориентир, это улица Просвещения, 118/1. Еще кафе. Вот у них сегодня акция. Смотрите, пина колада, 270 рублей. Обеды, все есть. Тут, вот, смотрите, пиво на разлив, 0,5, 100 рублей, кому нужно. Такая небольшая пивнушечка. Тут, значит, вот открылись шашлык. Вот по ценам. Я вам покажу. Шаурма 200. Паста даже есть. И пиво 0,5. Диверсант. Вот еще по меню. Ну, слушайте, цены нормальные. Очень дешево. Борщ 230, 300 грамм, слушайте, большая порция. Шашлык 170 рублей. Норм. Так, это учитывая, что у вас сразу здесь есть набережная. Сразу пляж, понимаете, и цены, ну, нормальные. Сразу есть экскурсия.
можете здесь проконсультироваться по экскурсиям. Мы просто экскурсии никогда не берем, путешествуем сами, как нам удобно. Но вы, конечно же, можете сгонять обязательно, да, если хотите. Дикий такой пляж, вон туда какие-то пацаны забрались, сидят. Буны, как это правильно называется, либо это волнорезы, либо буны. Точно не знаю, сочинский попугай. Вода, смотрите. Ну, непрозрачная. Ну, тут мало где найдешь прозрачную воду. Но детвора купается. Жарко. Ветра почти нету. Такая пляжная здесь территория. Здесь, значит, вот эти вот гостевые номера. Вот эти, посмотрите. Они прикольно расположены прямо на набережной. В два этажа. Не знаю, как там внутри. Но в целом ценность, да, я сколько раз говорил, что классная. Вы сразу вышли. Вам даже домой идти не нужно. Вы живете прям как бы на море. Давайте пройдем в самый конец этого волнореза. Рыбаки. Волнорез вообще излюбленное место всех рыбаков. Если вы любите рыбачить, приехали на машине, то можете взять себе удочку и порыбачить. Смотрите, какое море сегодня спокойное. Очень-очень спокойное. Классно. Ну да, возможно, мы знаете, как сделаем. Мы с вами туда вот прям подальше уйдем. Вон туда, на те пляжи, туда, за вокзал. Там людей, наверное, будет поменьше. И там искупнемся, попробуем водичку. Но люди купаются. Всем как бы нормально и хорошо. Ну что, давайте пройдем с вами дальше по набережной. Посмотрим, как там. Так интересно, в кафе взяли, назвали меня диверсантом. Казалось бы, да? Наоборот, показываем. Делаем вообще им бесплатную такую рекламу, да, и тем более много зрителей, кто-то посмотрит, вот цены нормальные, придет, да, попробует, а они как-то вот так, ну, к сожалению, так. Ладно, не парьтесь, пойдемте. Ну что, друзья мои, продолжаем с вами путь. Вот пляж, так сказать, сверху. Здесь поставили качельки, но они пока никак не оборудованы, то есть на них нет вот этой мягкой подушки, которую, как обычно, ставят, видите, просто железка. И, видимо, так пляжи вообще абсолютно бесплатные, муниципальные. Видимо, так поставили. И так сойдет. Возможно, политика такая. Но это не точно. Судя по переодевалке, называется пляж Парус. Да, вот он стенд. Даже есть схема размещений. Душ, туалет, шезлонги, спасательный пост. Температура воды вот пока не написали, но теплая. Мы с вами, конечно же, все это дело проверим, насколько теплая. Где-то градусов, наверное, 19, ребят, сегодня. Вот все отдыхают. Здесь же сами пляжи, они классные. Здесь очень мелкая галька, песок и плавный заход в море. Поэтому я в ожидании того, что мы здесь сегодня с вами искупнемся. Когда здесь в межсезонье ходил купаться, конечно, можно было, но было очень холодно. Поэтому я оставил это все дело на погоду потеплее. Поэтому я думаю, что сегодня с вами это осуществим. Лавочки установлены на набережной, можно посидеть, чаечек попить, пиво попить и посмотреть на море, на закат. Главное за собой потом убрать, не мусорить, ребята, пожалуйста, ни на набережной, нигде, ни на пляже. Убирайте за собой весь мусор. Еще очередная кафешка. У моря называется. Я вам ценники вот так покажу. Вот. На паузу нажимайте и ознакомливайтесь. Вот тут уже галька такая покрупнее на этом пляже. И гостевые домики, а? Окна-то большие, кстати, прикольно. Видите, здесь людей вообще мало. Этими классные пляжи, то что людей мало, много песка. Здесь сделали, кстати, вот такой вот спуск аккуратный. По лесенке есть вот такие лежаки еще стоят, не расставленные. Ну, достаточно широко, ближе получается к вокзалу. Здесь даже людей побольше. Есть такие ступеньки, вот на которых люди сидят, располагаются, им, как бы говорится, и лежак не нужен, мы и на бетоне посидим. Вот, и заканчивается вот эта линия номеров. Детворы на этих пляжах тоже очень много, посмотрите. Все волнорезы усыпаны
детьми, видимо, они оттуда прям ныряют. Но я, конечно, не рекомендую, неизвестно, что под водой, потому что я здесь сам не пробовал. И не знаю, как там. Ну, ныряют парни, вот уже я уже увидел. Так. И вот нас встречает, ребята, вокзал. Вокзал Адлера. Посмотрите, как круто расположен вокзал. Вы просто вдумайтесь, вы приезжаете, сразу приехали и сразу идете купаться. Зачем вам куда-то заселяться? Вы просто пришли и пошли сразу купаться. У вас хлопс вот так вот и пляж. Гляньте, какая красотища. Здесь вот проходят работы. Видимо, строят здесь будет теневой навес. Вообще зимой еще начали строить, но пока все строят и строят. Вы просто, вам нужно, смотрите, из вокзала вот так вот выходите, спускаетесь по лесенкам и попадаете на пляж. Ну как же это круто! Ну вот, сами напишите в комментариях, какой вокзал может похвастаться тем, что он находится вот так вот, что вы в предвкушении едете к морю, так хотите уже побыстрее приехать, искупаться. Вы вот так вот просто приезжаете, поезд остановился, вы выходите с вокзала, и не нужно никуда пока идти, нужно сразу пойти на море, искупнуться, а потом уже решать вот эти все бытовые проблемы, вопросы. Правильно? Как вы считаете? И, конечно, мое удивление, здесь так спокойно, так тихо. Что в межсезонье было спокойно и тихо, что сейчас очень спокойно и тихо. Видите, здесь такое все бетоном залито, даже есть рыбаки. Прямо отсюда, с высоты, видимо, бросают удочки, пытаются поймать рыбку. Кстати, здесь очень много на территории еще самокатного шеринга. Поэтому, если вдруг вы один, вы можете просто взять, и у вас небольшой чемодан, пометочка такая, поправочка. Вы можете просто взять самокат и отправиться в отель, куда вам нужно заселиться. Смотрите, как мало людей, ребята. Ну какой пляж может похвастаться такой вот темой. Зимой что здесь было? Стояла вот эта вот лестница, а вот этой вот лестницы не было. Вот сейчас ее сделали, и это как бы очень хорошо. Так, а нам нужно обойти. Обойдем вот так. Опа. Здесь, видимо, строится еще какой-то отель какие-то. Вот тут, наверное, строится, я так думаю. Кто точно в курсе, напишите. А мне сейчас нужно опять сюда запрыгнуть. Попытаться, точнее. Ну тут вообще прям, ну очень мало людей. Ну как? Ну вот скажите мне, как не полюбить эти пляжи? Я когда первый раз здесь был, вот в межсезонье, я так запал на эти пляжи, и вот они сразу в себя влюбляют, потому что здесь очень мало людей. Я не знаю, конечно, что, какая здесь история, типа, с канализацией, да, с выбросом. Неизвестно. Вот, смотрите, я проштурил. Вот лестница, видите, с пляжа. Она как бы есть, но тут нужно каким-то образом запрыгнуть. А где спускаться? Либо туда шагать, либо дальше шагать. Вот, и у меня как бы это было в межсезонье, типа, непонятно. Я думал, что каждый спуск, каждую вот такую вот лесенку недоделанную, я думал, ее доделают, а вот нет. Все-таки доделывать не стали. И здесь пахнет сильно водорослями. Вот она парковка, про которую я тоже начал говорить в начале выпуска. Вот она большая, и она капец какая забитая. Посмотрите, вон там дальше есть парковка, вон там есть места, а на этой парковке мест нету. Вот сделали спуск на пляж, вот этого не было, и вот этого не было. Так вот, ребята, отдыхают люди. Здесь строят вот эту. Это, наверное, будет спасательный пост. Спасательная вышечка. Ребята все улучшают. Сколько людей на пляже? 2, 4, 6. 6 человек, прикиньте, на пляже. Детей не в счет. А, ну вот еще тут двое сидят. Опа, что-то какая-то парковка Hyundai Solaris. Видимо, здесь какое-то такси, да, остановилось, что их так много. Одни Hyundai. Сделали они, значит, такую лесенку. Можно забраться и пойти по
по бетону, где иду я с вами. А тут все, тут вообще никак не заберешься. Здесь вот эта лесенка кончается, и все, и ничего. Никакого сооружения пока не придумали. Но, возможно, все изменится. А дальше, ребята, посмотрите, еще лучше. Тут вообще почти никого. Просто муж с женой под зонтиком сидят, и все. Ха, красота же, а? Ну, напишите в комментариях. Ну, классно же. Ну, вот мне вот классно от того, что вот когда пляжи вот такие песочные, минимум людей, минимум. Ну и ценность, конечно, вокзала, она просто зашкаливает. Либо вы прикиньте, просто сюда там за час, например, приехали, поставили чемоданы, еще раз покупались, накупались как следует, прошли в свой вокзал и отправились домой. Ну как, не кайф, что ли? Давайте еще пройдем немножко, покажу вам дополнительные пляжи, которые здесь есть. Правда, как туда люди попадают, я не совсем понимаю. Видимо, вот так же идут либо по самому пляжу, либо вот так вот, как я вместе с вами по вот этому бетону. Но с детьми, конечно, здесь передвигаться не рекомендую, потому что высота приличная. Падать будет больно, еще вон куски отваливаются. Я думаю, что именно на вот этом пляже мы с вами искупаемся, но чуть попозже, после всех пляжей. Как сейчас все посмотрим, сейчас девушку пропустим и пойдем дальше. Поэтому не переключайтесь. Вот по такой вот узенькой мы тропинке идем, об которую, кстати, очень легко вот можно запнуться. Если вдруг вы отправитесь по такому же маршруту, как я, то будьте предельно внимательны и аккуратны. Особенно если вы с камерой начинаете глазеть по сторонам, и можно просто бабахнуться с этой высоты. Да, людей вообще минимум. Ну, вот тут вообще пусто. Во, а там... А, ну там уже все. Там, видите, уже начинаются прям адлерские пляжи. У них, получается, сделан вот этот, я так понимаю, выход самого уже Адлера, переход по над дорогой, и все. И сюда могут приходить уже, так сказать, местные или кто там снял жилье. Вот, кстати, многие спрашивают тоже про собачек, куда сходить. Я думаю, что если вы придете сюда с собачкой на пляжик, то вам никто слова не скажет, что женщина лежит, рядом с ней собачка, и все. Ну, кто тут что скажет? Да никто ничего не скажет. Господи, пришли собачки, да пришли собачки. Что такого-то? Людей-то вообще минимум. Главное, чтобы она никого не бросилась. Вот такие вот, ребята, пляжи возле вокзала Адлера. Вот такой вот классной истории встречает каждого Адлера. По мне так это, ну, просто бесценно. Когда ты приезжаешь на вокзал, и ты можешь сразу же окунуться в море. Либо когда ты уезжаешь, то перед отъездом ты можешь еще и накупаться, покупаться и отправиться в долгий путь в свой город. Как вы считаете, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Ну все, дальше не пойдем, давайте пойдем купаться. Ну что, ребята, как я и говорил, как я и обещал, покупаемся здесь, на этом пляже, вот где единственная семья сидит, и только мы и мои вещи. Ну, вода нормальная, градусов, да, где-то 18-19. Мне, конечно, нравится, что она мутная, но окунуться, освежиться, фу, пойдет. Так, заход. А дальше начинается, кстати, резкий заход. Я думал, он такой здесь плавненький. А нет, все, я, видите, уже по пояс стою. А дальше, если пойти, то, ух, все, вода уходит. Дно, точнее, уходит. Ну, попробуем, ладно, давайте. Раз, два, три, ныряем. Ух, дна нету. Все, а? Закончилось. Поэтому, да, если решите понырять с бунов, то я думаю, что будет нормально. Глубоко здесь. Ух, я дна до сих пор не достаю. А вот достал. Резко, резко прям уходит. Обрыв, это вам, как говорится, не Крым. Куда? Чук-чук-чук. Оленев какая. Ух. Ух. Кайф. Снизу, ребята, вода еще такая, ну, прохладная.
Но вы же не под водой плаваете, правильно? Поэтому спокойно можно плавать вот так уже, без проблем. Ну, для особых прям таких, как говорится, мерзляков, то, конечно, вода будет холодная. Ну, я не знаю, мне кажется, 19-20 она уже есть. Фух. А, такая красота. Ну, по мне так это здорово. Пришел на пляж, никого нету, спокойно. Покупался, позагорал, отдохнул. И дальше пошел. Ну, в данном случае, либо дальше пошел жилье себе снимать, либо дальше поехал в свои родные края. Это еще кайф этих пляжей, то, что они находятся возле вокзала, да, а, соответственно, вокзал возле этих пляжей. Вы можете пойти, например, зайти на вокзал, там куча всяких детских игровых, можете там просто отдохнуть, попить кофе, либо сгонять рядышком в столовые. Да, на пляже нет ничего. Вот я вот сколько хожу, даже туалета нет, в принципе. Но если нужно, вот сходили на вокзал, там все дела свои сделали, решили и вернулись. Как вам? Пишите, в общем, свое мнение в комментариях. Я с вами прощаюсь. Увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике. Пока!